Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты сильнее ТВ-мена. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, а что ты успел поставить лайк? Потому что ТВ-мен не успел, и он не сильный. Он жмякал на лайк и не смог нажать. А ты нажал, и ты красавчик. Мы сегодня с тобой продолжим играть в замечательную игру, которая называется Mechangelion Robot Fighting, где мы с тобой развиваем своего эпического робота. Мы его апгрейдим разным оружием, сражаемся против разных монстров, а также открываем крутые скины, такие как ТВ-мен, Спикермен. Сегодня у нас будет новый скин, это Камераменчик. У нас в игре есть много планет, где мы сражаемся с разными роботами, а также чудовищами. Эту зеленую планету мы прошли в первых уровнях. Я вижу, что сейчас у нас тут добавились более крутые роботы, даже 24 левел. Но мы с тобой перешли на какую-то луну, где у нас тут луняне. Как земля-земляне, здесь луна-луняне, значит, здесь тоже есть какие-то супер крутые роботы, а также другие монстры, с которыми нам придется столкнуться. Такого парнишку мы побеждали в прошлой серии. Также мы сегодня насобираем звезды и откроем новую планету. Она реально будет какая-то эпическая. Но для начала пошли просто в битву и попробуем здесь заработать как можно больше звездочек. Вот я красный крутой ТВ-мен. Ты по мне ударил, я уклоняюсь, ты промазал. На, получай, он уворачивается, у меня две ракеты и плюс плазма. Так, включаю щит, ты по мне не сможешь нанести урона. Смог, на тебе ракетой. Он еще плащом бьет. Получай плазмой. Это же какое-то привидение. Я увернулся, на. Он тоже уворачивается, на тебе плазмочкой. Надо сейчас нажать вовремя уклонение в левую сторону. Хорошо, получай ракету. Не смог увернуться. Ай, он ударил по мне. Еще раз плазмой. Подожди, я плазму нажму, не бей меня. Отлично, мы с тобой победили этого монстра. Вот он, красный огромный ТВ-мен Титан. А внизу мои инженеры. Они танцуют, они довольны нашей победе. Мы забираем награду, деньги, а также звездочки. Отлично, монстра завалили. Давай мы сейчас попробуем посмотреть, что же за оружие мы с тобой открыли в конце прошлого ролика. Вот такой крутой робот, он же здесь у нас ТВ-мен, у него есть разные скины. Есть такой прикольный скин, смотри. С крыльями робот, улыбка тоже крутая. Есть такой крутой самурай с двумя мечами. Есть, конечно же, спикерманчик, который врубает крутые колонки свои эпические. И также у нас может быть и другой сегодня камерамен, вот он внизу. Мы обязательно сегодня с тобой откроем этого робота и посмотрим, на что же он способен. Но давай для начала мы оснастим нашего робота новым оружием и посмотрим, как же оно дамажит вообще. Вот открылся какой-то меч, у него дамаг 19 хп. У нас был топорик и ракета, теперь у нас такая вот плазменная пушка. Она вообще не прокачанная первого уровня. Урон у нее 21 хп, и у ракеты урон 37 хп. Ракета очень крутая. Есть также вот такая вот ракета, 34 хп. У нас есть еще какой-то молот. Дамаг 15 хп, и критический дамаг 40 хп. Ну, вероятность мала, 5%, потому не стоит вообще брать. Есть какие-то кулачки прикольные. Я думаю, что наша плазменная ракета пока что самая хорошая, потому мы ставим. Наколенники у нас прокачаны до 11 уровня, 86 хп армора, а тут всего лишь 50 хп армора. Ну, он же ж не прокачан, слабый. По оружию я тебе рассказал, ничего интересного, оказывается, нету. Ну что ж, давай будем сражаться против трех роботов сразу, 26 левел. Так, ну что, включаю защиту, сейчас они все будут по нам стрелять. А ну, пробьют они мою оборону. Ого, дерутся крутые, натя, получайте ракетой. Так, еще и плазмочкой. Они уклоняются, ничего себе, тоже буду вилять в разные стороны. Включаю защиту, пока у меня зарядится. Вот, ракета зарядилась. Они тоже будут уворачиваться, попал. А, не смогли вы свалить, какие-то робомедузы против нас с тобой. Дружище, смотри, стреляют лазерами. Очень много мелких целей. Пробуем, включаем защиту. Пора стрелять. Вот сверху вижу роботов. Нате, ребята, получайте. Вот еще робот сверху. Тоже получай. Уворачиваюсь, у меня меньше половины хп. Но я должен, конечно же, как можно больше нанести урона противнику. Так, у него 50 хп. Куда мне стрелять? Вот робот внизу. На, получай ракету. Быстро буду вот так вот вилять, уворачиваться, включая защиту. Все зарядилось. Вот робот, подожди, стой, я прицелюсь, не двигайся. Отлично, попал. Еще медузы, три штуки осталось. Еще две медузы, они тоже замахиваются. Вовремя только что отклонился. Получай. Одна медуза осталась, 12 хп, включаю защиту.
Пока что ничего не делает. Вот, навожусь ракетой. Она увернулась! Еще, смотри, дерется. Ну, стоять, сейчас попаду плазмочкой. Завалили. Победа за нами. Я думал, будет там множество боссов, а там просто много мелких робоцелей было. Также медузы добавились. Получили мы с тобой золото, а также новое улучшение. Но мне больше всего нужны звезды. Еще надо 18 звездочек, чтобы открыть с тобой, дружище, новую планету. Вот такую вот прикольную. Возможно, там будут новые монстры и что-то будет эпическое. 14 левел — это очень слабая цель. Тут 16 тоже слабая цель. А вот на первой планете я видел крутого робота. Смотри, 24 уровень. Тут 8, 16, 7. Давай 24 выберем, потому что нам дается много звезд. Вот, сразу 22. И этого, я думаю, будет достаточно, чтобы открыть новую планету. Нажимаю старт. Я готов сразиться. Вот он, робот эпический. Сразу уворачиваемся. Ага, он сразу бьет. На тебе ракетой. В грудь тебе плазмой. Включаю щит. Быстро уворачиваюсь, он все равно попадает. Мои уворачивания вообще не работают. На тебе в рот! Ха-ха. Сломали тебе робозубы. Он промазал или все-таки попал? Получай плазмочкой. Он пытался увернуться, включая защиту. На! Подожди, я не успел увернуться. Давай стреляем. Плазмой в ответ. Сейчас будет по-любому по мне наносить урон. Уворачиваюсь. Ничего не получилось увернуться. Он меня задамажил. Надо воскреснуть срочно за 2 секунды. Да, я воскрес благодаря ролику. Иди сюда, робот. Последний выстрел ракеты тебе в зубы. И да, красный воблер ТВ-мен побеждает. А самое главное — это звезды. И вот наша награда. Привет, звездочки. Конечно же, нас встречает донат. Мы ничего покупать не будем, потому что... нам он не нужен, а мы давай откроем новую планету. Ничего себе, какие нас ждут эпические монстры. Нам дают красный ящик? Не может быть. Это самый топовый ящик, бро. Он здесь стоит 200 кристаллов. Ну что ж, давай его откроем. Мне очень страшно. Нажимаю открыть, и нам, возможно, выпадет новая супер броня. Смотри, она прям написана супер. Не просто базовая супер МК-4. Ее уже можно прокачивать. Она фиолетовая. Вот это да. Ну, видишь, как дорого стоит следующий ящик. Это реально непростой. Зеленый ящик стоит 10 кристаллов. Вот этот 50. Мы такие уже открывали. Ну, как мы видим, ультра-ящик самый крутой. Я тоже хочу насобирать 200 таких вот кристаллов и еще в будущем открыть. Ну что ж, давай посмотрим, что же это за броня. О, офигеть, у нее армор в стоке 98 хп. Какая же крутая. У нас прокачанная 86. Мы вообще сколько сюда денег вкинули. Мы, конечно же, апгрейдим. Ставим, вот она какая, фиолетовая. Давай мы сразу откроем новый скин. Это у нас будет... камерамен. И вот, бро, смотри, у нас был красный ТВ-мен, был у нас такой вот спикермен, а теперь суперский камерамен. У него 3 камеры, одна центральная и 2 вообще на плечах. Он получается 3-головый камерамен. Давай также мы ему выберем другой цвет. Вот какие есть цвета, можно стоковый цвет, видишь, такой обычный робот, вообще не покрашенный. Конечно, есть такой вот прикольный красный. Я его открывал за ролик. Другие цвета мы можем тоже открыть за ролик, а также купить. Мне на самом деле нравится вот этот цвет, желтый. Я покупаю его за 1900 золота. Смотри, какой прикольный. Голубые крылья. Реально крутой такой камерамен. Пошли, бро, на новую планету. Будем здесь сражаться. Нам надо победить 4 монстров для того, чтобы забрать зеленый ящик. Конечно же, у нас есть миссии, вот мы выполнили, тоже забираем деньги. Тут мы что-то еще забираем, 1000 золота. Смотри, как прикольно робот стреляет в это чудовище. Также у нас есть PvP, вот обычная какая-то битва, возможно, и с другим каким-то игроком. Нажимаем play, и сейчас пойдем сразимся, покажем, насколько крутой наш камерамен. Ну давай, чувак, иди сюда, он говорит, давай, давай. На тебе сразу ракетой в лицо. Теперь плазмочкой. У него тоже есть броня. Уворачиваемся. Блин, он попал. Что-то мои вообще увороты не работают. Я не вовремя нажимаю кнопку вернуться. На тебе в лицо. Ну, промазал он. Быстро ракетой в лицо. Да. А, ну, щит включаю. Ударил по щиту. Вообще слабо как-то нанес урона. На тебе ракетой. И мы побеждаем. И наши инженеры перебегают к нам.
мы зарабатываем зеленый ящик, а также кристаллы. Отлично, награда за PvP-битву мне понравилась. Я хочу еще такую награду. Давай пойдем в PvP и посмотрим, удастся нам еще сколько-то заработать денег или нет. Карта уже поменялась. Ну давай, робот, я в самом начале тебе на ракетой. У него почти 200 хп. Включаю щит. Он ударяет, мало наносит урона. На тебе ракетой. Он все равно ударяет. На плазмой. Он постоянно руками дерется. Так, уворачиваемся. Промазал он. На тебе ракетой. На тебе плазмой. Да, завалили, но он один раз все-таки попал по нам. Мы его победили, но награда мне не нравится, какая-то слабая. Наш камерамен, бро, здесь побеждает. И я сейчас уже двигаюсь в рейтинге. Ты посмотри, я сейчас нахожусь на 33517 месте. Ты просто вдумайся. 33 тысячи. Вот это у меня вообще отличное место. Пошли еще в PvP-битву. Хочу посмотреть, какая здесь будет награда. И вот, я сейчас столкнусь с таким вот роботом. Это кто? Самурай с топориком? На тебе! Ого, он уворачивается. Он круто ударил меня. Виляю я. На тебя получай. Да что ж такое? Как он мне вообще урон жестко наносит? А что произошло? Он защиту включил? Он спит? На тебе плазмой. На тебе ракетой. Он все равно ударил. Включай я уже щит. Жду, пока перезарядится мое оружие. Он снова включил щит. Ждем, ждем, ждем. Ну давай, на тебя плазмой. Так, он уворачивается. На тебе ракетой. Блин, он увернулся. Я тоже уворачиваться пытаюсь. Включил щит. На тебе плазмочкой. Держи ракету. И мы побеждаем. Так, что за награда? Давай посмотрим. Тут у нас золото и улучшение для брони и оружия. Хватит играться в PvP-битвах. Давай мы с тобой продолжим здесь проходить миссии и накапливать звездочки. Идем на эту новую планету, где есть многоглазый какой-то монстр 25 уровня. Мне, если честно, немножко страшно. Давай жмем. Наш камерамен. Вот, смотри, какой монстр многоглазый. И куда мне стрелять? Какой глаз? На тебе ракетой. Он лазером палит со всех глаз. Так, включаю щит. Чувак, ты по мне не попадешь. Ну, стреляй. Ого, его глаза пробивают мой щит. Щит вообще бесполезный, надо просто уворачиваться. Ну, давай в левую сторону виляю, в правую. Он еще и руками бьет, чувак. Ну, не бей руками, на тебе ракету. На тебе еще сюда. Я ему по глазам бью. Смотри, уворачиваюсь. Он меня уничтожил, хотя у самого осталось всего лишь 2 хп. Жму восстановить здоровье. Я воблер, гигант-камерамен, я воскрес, получай ракету, инопланетное чудовище многоглазое, да, мы его уничтожили, противостояние роботов продолжается, и заработали 22 звездочки, и если посмотрим ролик, будет плюс 30, всего 52, это же круто. Наш желтый камерамен Титан побеждает, и у нас уже есть два ящика. Конечно же, давай мы их откроем. Понятно, что отсюда выпадет какой-то мусор вообще бесполезный. Меч — это улучшение для нашего робота. Берем, конечно же. Это не сам меч, бро, это карточки для улучшений. Это тоже карточки для улучшений. Мы можем их вкидывать в оружие. Дело в том, что не хочется тратить это на прокачку всякого плохого мусора. Ракетная установка базовая, базовая плазма. А вот, допустим, наколенники такие вот можно прокачать, потому что здесь супер написано, видишь? Мы нажимаем Update и прокачиваем. У нас есть 10 тысяч золота. Еще раз нажимаем прокачиваем. Еще качаем. Еще 5 карточек, а нужно 3 для прокачки следующей. Нажимаем, и у нас уже 114 хп армора. А было меньше сотни. То есть прирост в плюс 15% это суперский результат. И у нас уже наколенники 8 левела. Хотелось бы, конечно, оружие какое-то более крутое. Остальное пока что не прокачиваем. Будем надеяться, что нам выпадет крутое оружие. Так, что тут у нас? Ага, мы можем посмотреть ролик и получить плюс 30 кристаллов. Не хватает 16 кристаллов, чтобы купить крутой ящик за 200 кристаллов. Красный. С которого нам и выпала здесь эпическая броня. Ну что ж, нажимаем на этого монстра. Какого он? 29 левела. Кен, поехали. Мне страшно. Роботу страшно. Ого, 230 хп. Так, виляй, он по мне стреляет лазером. На тебе в лицо. Бум. У него была какая-то броня. И на еще. Он меня тоже бьет. Включаю блок. Блок сработал. Получай ракетой. Получай плазмой в глаза. Я всю броню ему разбил, а он по мне стреляет, промазал.
Один раз попал из трех выстрелов. Получай ракетой. Да, мы завалили монстра, хотя он был 29 уровня. Конечно же, зарабатываем деньги, и это круто. Вот эти монстры нам откроются через 3 минуты. 26 уровень. Этих мы завалили. Тут нам вообще ничего не доступно. Мы что, 3 минуты должны ждать? Игра, ты чё? С ума сошла? Пошли мы сейчас лучше апгрейдим нашего робота. Мы можем за 3000 золота сменить камерамена на такого вот робота. Смотри, с колбочками сзади. Это какой-то химик. Это страшный ученый из лаборатории. Правда, улыбка у него не страшная. Давай мы ему улыбку сюда добавим, супер страшную. А вот такое, смотри, рот. Вот такой я страшный робот. Я тебя уничтожу, пришелец. Пока у нас там перезаряжается, мы идем в PvP-атаку. Ничего себе, у чувака миниган. Я не увидел, чтобы у робота были вообще миниганы. Так, включай сам защиту. Ракету выстрелил. Ого, с минигана как стреляют по мне. Куда уходит вообще моя броня? На тебе. Промазал? Так, я тебе сейчас в руку выстрелю. Смотри, какой он крутой. Я буду уворачиваться. Включай защиту. Ну давай, стреляй, ракета. На тебе. Подожди, да ты задолбал своим миниганом. На тебе в руку, да я промазываю, да. Так, один раз все-таки попала ракета, включая защиту. Он очень крутой, конечно же. Да блин, почему моя защита не работает? На тебе. Завалили его, я подловил все-таки выстрелом. Да, и вот он, злой робот, смотри. А почему у меня сзади вообще мечи? У меня же колбочки были. Так, надо посмотреть, неужели я что-то не то выбрал. Награду мы забираем. Я не понял, что у нас вообще по скинам. Ну вот, у нас колбочка. Почему у нас высвечиваются мечи, я вообще понять не могу. Ладно, давай мы оденем обратно нашего крутого камерамена. Только цвет давай поменяем, а то этот цвет желтый какой-то мне уже не нравится. Разонравился. Так, бесплатные цвета у нас еще есть за ролики, да? А вот смотри. Желтый плюс черный. У нас уже есть желтый, красный плюс голубой. Вот коричневый. Какашечный цвет. Я его выбираю. И вот какой прикольный цвет. А вроде бы он должен быть коричневый, смотри, внизу. А тут у нас получился серый. Серый камерамен. Ну что ж, пошли. Открылась тут нам битва или нет? Да, открылась. Я уже хочу сражаться. Вперед против этих маленьких роботов. Снова их очень много. Блохи нападают. На тебе! А что там вообще за чемоданы стреляющие? Смотри. На! Попал. Включаю щит, пока у нас перезарядка. Виляю в разные стороны. Эти молекулы вообще на меня нападают. Получай ракету. Получай плазмой. Неплохо, я в принципе попал. Включаю пока что защиту. Виляю в разные стороны. Снова защита. Микробы атакуют. Вирусы! Уходите отсюда. Минус два робота. Остались вирусы. Включаю блок. Почему у меня блок так быстро отключается? Вот, смотри, вирус по мне стреляет. Промазал я! О, вот еще робот! Какой-то чемодан, летающий портфель. По мне стреляют летающие портфели. Делаю блок, уходите отсюда. Меня атакуют микробы и портфели. Да блин, я снова промазал. Включай защиту. По-моему, такой дрон был в Half-Life, насколько я помню. Вот этот, смотри. Уворачиваюсь. Есть у меня плазма зарядилась. На, чемодан. Стой, чемодан. Стреляю. Убил. 8 хп у противника. Защита. У меня тоже, кстати, очень мало здоровья. На, микроб. Включай защиту. Микробы атакуют с разных сторон. Вот последний. Иди сюда, ежик. Космоеж. Получай. Победа. Мы его разнесли. Да, мы с тобой заработали 40 звездочек, а также немножко золота. Круто. Дальше нас ждет какой-то дракон. Какой у него уровень? 16-й. Короче, дракон-нубик. Но такого монстра мы еще не видели, если честно. Нажимаю старт. Давай, камерамен, сразись с этим летучим монстром. Включаю защиту. Смотрим, как дракон кусается. Смотри, серьезный кусака. Получай, дракон, ракетой. Ха-ха-ха, я отбил ему вообще все шипы на голове. Ой, ты нубик. А он отлично палит. Он всю броню мне снял и много здоровья. Так, получай плазмой. Тыщ по лицу. Все, я постриг дракона. Воблер постриг дракона, ребята. Вы такое вообще видели? Стриженный дракон. Так, зарядка есть. На, ракетой. Получай плазмой в лицо. Да, дракон прилег отдохнуть. Мы с тобой забираем бронограду, а также забираем ящик. А ну отдавайте ящик, мы его заслужили. Следующая планета откроется за 1000 золота. Это будет непросто. Также вижу два новых монстра.
Кстати, этого робота тоже не помню, возможно, он новый. Вот это чудовище новое, 37 уровня, бешеное растение. Тут надо троих победить, а двоих вот они здесь виляют. Вот этого монстра тоже я не помню, 35 левел, смотри, одноглазое привидение какое-то. Это чудовище было или не было, вообще не припоминаю. Ладно, что у нас есть? Во-первых, есть такой вот ящик прикольный, бесплатный, зеленый. Мы, конечно же, его открываем. Фигня нам выпала, сразу говорю. Пошли на этого монстра 23 уровня, попробуем с ним сразиться. Может быть, нам дадут кристалл. Я хочу красный ящик открыть. Привет, ты кто такой? Это что вообще за чудовище? Оно камнями будет стреляться? Оно и лазером. Блин, защита моя не работает против лазеров и другого энергетического оружия. На тебе в глаз. Тыщ в лицо. Плазма тебе в живот. На, в пресс. Так, что ты бьешься? На, ракета. И ракета пошла. Немножко выбил. Отлично, кристаллов. 191 кристалл есть. Надо 200. На тебе плазмой. Ого, он еще огнем стреляет и камнями стреляет. Это какой-то вообще космический бог, что ли? Или что за чудовище? Ты пришелец, на тебе. Твой глазик. Циклоп несчастный. Мы его победили. Заработали 10 звездочек, а также другие улучшения. Плюс золото. Ну что, монстры, вам страшно? Я воблер, камерамен, робот-титан. А также мои подписчики сейчас вас уничтожат. Это какое-то бешеное растение. Так, смотрим, на что оно способно. У него 270 здоровья. Стреляю. На тебя ракетой. О, оно хотело плеваться кислотой. Выходи. Да так нечестно, оно прячется. На. Подожди. Очень хитрое растение. Фу, оно навоняло. Это дымовая завеса. Оно напердело кислотой. Получай ракету. Все, я умер? Не может быть, надо воскреснуть. Я воскрес. Я воблер, камерамен-робот. На, получай, сорняк-переросток. Надя в шишечку выстрелил, да! Надо теперь уворачиваться в разные стороны, чтобы оно промазало. О, зарядилась ракета, Надя по голове! Снова плюется кислотой, капец, какая жесткая кислота. Вот, смотри, в шишечку. А, я промазал! Да, как ты посмела, стреляй в шишку! Включаю защиту, я не знаю, что мне даст защита. Так, плазма, огонь! Снова оно меня завалило, да ты меня уже задолбала. Ну что, я вернулся! А ну выходи, вылазь из-под земли. Да, попал по тебе и завалил. Воблер камерамен побеждает. Получаем мы, конечно же, 42 звездочки и зеленый ящик. 7 кристаллов награда плюс ящик, бро. Сейчас мы с тобой откроем эпический ящик, и оттуда что-то выпадет. Надеюсь, тоже эпическое. Сначала нубский ящик. Давай, нубский ящик, что ты даешь? Конечно же, улучшение для наших брони и оружия. Ультра-ящик. Самый топовый, самый эпический. У меня рука даже трясется, смотри. Нажимаю. И что мне выпадет? Да ну вы чё, ребята? Какие еще наколенники? У меня есть наколенники. Не надо мне еще одни. Ай, блин. Я так долго собирал час игры для того, чтобы получить еще одни наколенники. Да нет, это вообще троллинг какой-то. Это у нас МК-4. А у нас тут супер наколенники. Тут, видишь, приставка супер. Тоже МК-4. Давай мы с тобой здесь еще прокачаем. Вот этого монстра мы валили. Не помню. Давай сейчас пойдем наваляем ему. Привет! Ты кто такой? Ты что за футбольный мяч? Ого! Так ты еще и прыгать можешь. Так, уворачиваюсь, защиту ставлю. Он все равно пробивает. Получай ракету. Плазмой по руке. Хочу в руку выстрелить. На тебе в руку. Да, я ему руку отбил. Отлично. Хочу в другую руку попасть. Потому что за то, что я отбил ему руку, мне дали здесь кристаллы. На тебе. Больше не дают кристаллы. Так нечестно. Хочу кристаллы. Так, давай руку другую подставляй. Может, только за правую нам дают. Ничего не дали. Подожди, чувак, не спеши. Я вижу, что я тебя завалю. Да ну не прыгай, стой, я прицелюсь. На тебе в руку. Да, победили. Инженеры ко мне прибежали. Какие-то инженеры-предатели. Они всегда бегут вообще к монстру. Забираем золото, забираем звездочки. Да, новая планета реально будет не скоро. Надо 300 звездочек насобирать. Это, я вам скажу, непросто. Так, что у нас тут есть? Мы 5 звездочек. Тут сколько? 25 звезд? Ничего себе, сколько нам надо завалить монстров. Чувствую, сейчас буду роликов смотреть тону, чтобы воскреснуть.
Ладно, я серьезный воблер. На, получай сразу ракетой. Получай еще. Включаем защиту. Я понял. Не работает эта вся защита. Она вообще бесполезная. На, не туда ты приземлился. На тебя по голове. Так, буду вообще вилять в разные стороны. Включаю защиту. Стреляю ракетой и бью плазмой. Это всего лишь один монстр, ребята. Не стоит расслабляться. Вот второй. Сразу ракетой. На тебе. На плазмой. Он бьет, конечно, довольно жестко. Снова включаю защиту. Он мне бьет. На ракетой. На тебе плазмочкой привидения переросток. Я не знаю, кто ты вообще. Ты пришелец? Или ты чудище или дух? Ого! Сейчас он меня убьет! Я его уничтожил. Фух! Если бы он еще раз по мне ударил, то все, ребята, я бы 100% здесь проиграл, потому что мне оставалось мало хп. Мы с тобой забрали награду, бро. Мы с тобой здесь в ролике сражались как герои. Мы дошли довольно далеко. И в следующем ролике мы уже откроем новую планету за 1000 звезд. Я думаю, что я к следующему ролику подготовлюсь. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики. Скоро увидимся. Пока.